Вы только посмотрите на это. Сейчас посмотрим, что это. Magic-фесты в разных городах. Хочу узнать, что же там. Такая открыточка с печатью Magic Family. Сделаю здесь автограф. И потом я выберу просто 5 человек, которым отправлю вот эти вот 5 открыток. На обложке здесь Даня. Спасибо вам большое. Чего это, ребята? Да ладно, серьезно? Я не могу просто поверить своим глазам. Офигеть, ребята. Капец. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут, как всегда, мои самые разные домашние животные, собачки, кошечки. Не прошло и года, наконец-то мне доставили подарки с нашей с вами встречи в Питере. Это был целый микроавтобус. Ставьте лайк этому ролику, если вы тоже, как и я, любите подарочки. И любите распаковки, и хотите еще их почаще. И обязательно подписывайся на канал, чтобы никогда не пропускать наши самые новые видео. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 коробок. А в прошлом ролике я обещала передать приветики. Полностью породы не отгадал никто, поэтому я выбирала из тех, кто был ближе всего к правильным ответам. Вот эти 5 случайных человек. Приветики Алисе Милинской, Полине Маренковой, Спарки The Border Collie, Нике Л и Веронике Чернышовой. Так что, если хотите приветики от нас с канала, пишите свои комментарии, и случайные попадут в следующий ролик. А вы после того, когда смотрите это видео, пойдите на наши другие каналы, потому что там новые ролики. Что-то, как всегда, растерялось, то есть осталось не в пакете, безымянным, непонятно от кого. Как, например, вот этот вот красивый розовый фламинго в мою коллекцию фламинго. Он просто так валяется в коробочке. Я предлагаю разбирать по коробке, то есть доставать из одной коробки все подарки, распаковывать их и переходить к следующей. От Лизы и Веселины из Питера письмо. Вот такой вот очень прикольный блокнотик Cats Power. Вот такой вот антистресс блокнотик с блестками, очень прикольный. Фламинго-брелочек вот такой вот миленький. Конфетки в виде таблеток Улыбазол. Ластик. Вот такой вот карандаш с усами. Резиночки. Мармелад с фламинго тоже. И много фотографий девчонок Лизы и Веселины. Мячик вот такой вот со звеняшкой. Консервы и вкусняшки. Конечно же, все сразу оживились. И еще одни лакомства для собачек. И пакетик для киски Алиски. Мышки вот такие вот игрушечки. Софиша хочет поиграть Алискиными игрушками. И тоже вкусняшки, еда и вот такая вот указочка для кошек. Это от Вероники, город Колпино. Тут у нас в коробочке какая-то палочка торчит. Да, это игрушка для киски Алиски. Мыло в виде бутонов роз 6 штук и натуральное розовое масло. Очень прикольно. Ух ты! Наушники! Типа такой хаки синий цвет. Лакомство для песиков. Это для канала Magic Pets. Спасибо большое. Очень красивый пакетик, нежно-розовый, с девочкой и кошечкой. Огромный набор из 6 мячиков для киски Алиски, которая где-то в коробках лазает. Смотрите, что есть. Смотри, Софиш. Лови, иди туда возьми. Еще одна игрушка для киски Алиски. Мышка выпала, к сожалению. Что это? Это ручка, прикол. Кстати, подарок этот от Останиной Анны, моей тезки. Мармелад, мультифрукт и красивая очень в такой вот баночке, я люблю. В наш Magic House, который мы скоро переедем, свечечка. Смотри, тебе тут подарили мышку. От Вероники Уразгильдиевой. Тут письмо, я обязательно его прочитаю. Я уже на канале Magic Pets в распаковке объясняла, почему я не могу читать в распаковках все письма. Вот такой вот огромный пакетик M&M's. Потому что подарков очень много, и если я буду читать каждое письмо на видео, то просто-напросто мы успеем, ну, 5-6, наверное, подарков распаковать. Лакомство для собачек, спасибо. А хочется показать как можно больше, но письма я все потом читаю по вечерам, мы садимся, вот такие вот вкусняшки, лакомства для кисы Алисы, целых 2 упаковочки, целая огромная вот такая длинная упаковка фрутеллы, ням-ням-ням, снова игрушки для киски Алиски, 3 цветных мышки, вот такой вот мячик, еще одна фрутелла, видимо, ты любишь фрутеллу так же, как и я. Лакомство для собак и для кошки. А для меня, смотрите, какой чупа-чупс очень необычной формы, надо обязательно попробовать. Здесь написано, что это от Вики Федосеевой. И тут в этом пакетике лакомство для собачек. Блин, что, серьезно? Блин!
термос, спасибо огромное. Из этой же коллекции мне дарили чашку, чтобы горячий, например, там чай или кофе возить с собой, а теперь у меня есть термос. Здесь написано Норикова Настя, то есть либо они вдвоем были подружки, либо это было два разных подарка. Настя, ты очень хорошо упаковала свои коробки, я еле их просто открыла. Вот в этой коробочке был вот такой вот фан-бук, в общем, Настя на творчество, и вот такой вот прикольный мягкий мишечка, рисунки, письмо. Вы только посмотрите на это. Блин! У меня просто реально нет слов, потому что когда я сейчас хожу по магазинам что-то покупать в Magic House, я часто бываю в отделах, где есть освещение. Короче, я каждый раз жадничаю себе купить вот такую вот штуку. А, я вставила батарейки, она горит, блин, я вас обожаю. Настя, спасибо тебе гигантское. А в этой коробочке вот такая вот игрушечка-мороженка, пищалка. Дочь, Афиша любит пищалки. От Ани Поповой «Брук Баркер». Книга вот такая вот прикольно оформленная, салатненькая, грустные факты о животных. Найди свое тотемное животное. Обязательно найду, почитаю. Спасибо большое. А вы, ребят, напишите в комментариях, читаете ли вы книги, какая последняя книга, которую вы прочитали, была. Потому что книги – это очень круто. А еще вот такая вот коробочка прям тяжелая. Конфеты пралине 6 штук. Ух ты! Сквиши, брелок в виде стаканчика кофе. Слоненок розовый, а внутри у него, слышите, какие-то такие тяжелые шарики. Он такой сам тяжелый очень. Интересно, для чего их используют. К сожалению, подарки доставляли слишком долго, и в итоге все лизуны, которые были вот так вот в пакетиках, превратились просто в какое-то, в нечто непонятное. Спасибо большое. Некоторые из подарков, которые я беру в руки, я сразу по ним понимаю, что они для канала Magic Pets. Например, там гора каких-нибудь лизунов или что-нибудь такое. Поэтому они будут на их канале, но там будет не распаковка, я думаю, а какой-нибудь очередной экспериментальный ролик. Здесь есть лакомство для киски Алиски, и вот такая вот тетрадь, мою коллекцию канцелярии фламинго, ручка вот такая прикольная, розовенькая с фламинго на брелочке, и письмо от Вики. Сейчас посмотрим, что это, что в этой коробочке. Ух ты! Вот такой вот кулон кошечка, сквиши, бургер. Еще и на магните похоже. Очень красивый брелок с подковой, видимо, защищающий меня. Жалко, не подписан подарок. Я только сейчас увидела, что вот этот кулончик с кошечкой, он реально золотой. То есть это не просто бижутерия, это золото. Спасибо. Лакомства вот такие вот для песиков. И лакомства для киски Алиски. Медвежоночек. Серебряная рамочка вот такая вот красивая на полочку. А-а-а, сквиши молочный пакет. А, блин, какой он няшный! Блин, как классно, я не могу! Арианна от Антонюк Любы. Я хотела сказать, что самый прикол реально в том, что я, например, всеми подарками вашими пользуюсь. То есть все игрушки, которые дарятся питомцам, я либо им отдаю, либо мы отбираем что-то, когда их очень много, и отвозим в приют. Пора бы уже снять какую-нибудь поездку, потому что у меня сейчас есть как раз деньги, которые мы накопили на стримах. Для того, чтобы помочь бездомным животным, я обязательно сниму такое видео. Игрушечки для собачек, шлейка, комплект для кисы Алисы. Очень прикольно, кстати, оформлено. Я стараюсь как-то их все-таки разделять, чтобы не только мои животные радовались, но и питомцы из приютов, бездомные кошечки, собачки. Я думаю, что мои мэджики, настоящая наша Magic Family, понимает это и уважает эти поступки. Я считаю, что мы с вами, только мы можем помочь животным бездомным. Здесь у нас в этом тубусе какая-то поделка. Ух ты, прикольно! Это из рулонов туалетной бумаги, самодельная вот такая вот киска Алиска. Спасибо вам гигантское за то, что вы у меня есть. Я вас реально очень люблю. Витаминчики вот для меня, чтобы я не болела. Видите, вы обо мне заботитесь. И у меня иногда просто не находится слов. Я реально вас люблю, я реально за вас беспокоюсь. Я очень хочу, чтобы вы развивались, чтобы вы что-то делали в этой жизни, чтобы вы не грустили. Я безумно благодарна вам за ваши подарки. Я просто не знаю, что бы я без вас делала, короче. Вот шоколадка и целый мешок конфет. У меня скоро одно место слипнется от того, сколько мне сладостей дарят мэджики. Женя Венедиктова.
Здесь вот такая вот нашивка на одежду фламинго. Такие вот стикеры, блокнотик. Набор зажимов прищепок, 10 штук из магазина Моди. Пончики, смотрите. Еще нашла в письме 200 рублей, написано, что они в приют. Я их кладу в нашу приютскую копилочку, в которой мы собираем средства на помощь разным приютам. У меня, кстати, есть канал Magic Family Help про помощь бездомным животным, собакам, кошкам. Там ребята сами делают ролики. У нас даже футболки есть специальные Magic Family Help. В общем, подписывайтесь обязательно на канал, потому что это реальные, настоящие добрые дела. Огромный, тяжеленький пакет сейчас распакую. На батарейках вот такие вот часики с кошечками. Это, видимо, для Magic House. Кстати, заодно поболтаем по поводу встреч. Я буду вот так показывать подарочки. У меня уже было достаточно много встреч, и я хочу делать еще встречи. Не только в Москве, в Питере, в Сочи. Я уже была и в Астане. Просто городов в России очень много, и людей очень тоже много. Блокнот для эскизов. И тут письмо. Это подарок от Лиды. Наклеечки, разные котики, зверушки. Вот такие вот две небольшие книжечки. Обязательно буду читать. Спасибо. И несмотря на то, что у меня 3 канала, на которых уже просто больше миллионов подписчиков, я все равно стараюсь устраивать эти встречи. Я знаю, что всем хочется, но просто я одна, а вас столько миллионов в разных городах, и не только в России, но и в Украине, и в других странах. Вот я была в Казахстане, например. И в следующем году я хочу устроить больше встреч, такие делать мэджик-фесты в разных городах. Такая вот штучка на голову надевается. Это, наверное, для Смешилкиных можно будет использовать, ручечка. Я очень надеюсь, что все у меня в жизни будет нормально, особенно со здоровьем. Как вы, если смотрели мои ролики на AnyMagic или читаете мой инстаграм, знаете, что есть кое-какие проблемы. Я надеюсь, что все получится, потому что я люблю с вами встречаться, и мне кажется, это очень прикольно. Это такие вот одежки, они очень-очень маленькие для моих животных будут, не налезут ни на кого. Все, очень надеюсь, что у нас получится устраивать Magic Fest в разных городах, несмотря на то, что количество подписчиков уже очень большое, и людей приходит на встречи очень много. Я знаю, что блогеры, у которых миллионы подписчиков, чаще всего не устраивают подобные встречи, как я, потому что это просто безумное количество энергии и сил нужно потратить на это. Я считаю, что круче подарить секунду радости, но огромному количеству людей. Я потому что вас очень люблю. От Ксюши и Камилы. Вот такая вот кружечка очень прикольного цвета, такого, как я его называю сейчас, пыльная роза. Доктор Пеппер с динозавром. Я не знаю, может быть, это какая-то редкая банка. Вот такой вот блокнотик с фламинго. Happy Every Day. И вот такая вот прикольная открыточка с кошечками. Спасибо, но, к сожалению, не подписано от кого. Вот такая вот коробка с золотыми фламинго. Вот такая вот игрушка-обезьянка. Да, Юмичу, смотри, какая обезьянка. Ручка вот такая вот с фламинго. У меня уже коллекция таких ручек. Линейка вот такая вот с фламингами тоже. На той коробочке, к сожалению, не было написано, от кого это. Надеюсь, что здесь где-то будет. Это вот такая игрушка для киски Алиски. Она, кстати, убивает просто вот эти вот уточки в один вечер. Целых 2 пачки лакомств для собак и 1 для кошки. И написано, что это Вероника. Смотри, антистресс. Такой же, как блокнотики, только сумочка. Спасибо огромное. А, кайф. Класс. Я не могу остановиться, как прикольно. Для канала Magic Pets. А для меня там вот такие вот были разные украшения. Браслетики, кулончики, кошелечек еще один и мармеладки Coca-Cola. Спасибо большое. У меня уже спина болит немножко, а мы погнали дальше. Вот такая чашка. Смотрите, это вот эти вот стеклянные чашки с трубочками, из которых можно пить чаек. Прикольно, что она не прозрачная, а розовая, а внутри там куча всяких-всяких мелочей. Я так понимаю, тут и подарочки для питомцев, и еще игрушки для киски Алиски. Не достаются мышки. Достались. А в чашке было 2 записочки. Девчонки, приветик, Полина и Алина. Собачкам вкусняшку.
Кисе Алисе вкусняшку, еще одна вкусняшка для собак, еще лакомство для собак, игрушечка. Вот в этом пакете у нас вот такая игрушка для киски Алиски на пружинке, очень прикольная. Киса Алиса вообще не поняла, что происходит. Она же спит, я же сплю, скажи, Алис. Сумочка белая, новогодняя, не знаю, видно там, со снежиночками. Скоро Новый год, это так прикольно. Я мечтаю отпраздновать Новый год в Magic House в нашем. Косточка для собачек, еще одна косточка для собачек. Но Юмичу, видимо, почувствовала вкусняшечку для песиков. Да, потому что вкусно очень пахнет. Это был подарок от Кати. Катюша, спасибо тебе. А в этом пакетике первое, что я вижу, это игрушка. Вот такая вот для собак. Смотри, Софиша, канатик. Канатик, да, канатик. Так, сейчас спорить начнут. Лакомство для песиков. Ручка вот такая вот фламинго. И блокнотик фламинго в мою коллекцию, спасибо. Еще одна игрушка-мячик для песиков. И коричневый лизун на канал Magic Pets. Полина из Санкт-Петербурга. И письмо, спасибо огромное, я его прочитаю. Блин, как же я вас люблю, я не могу просто, спасибо. Там оказалась вот одна такая коробка, в которую, походу, скинули вообще все подарки, которые ребята дарили, когда подходили. Или же эти подарки вывалились из подарочных своих пакетов. Вот такой вот блокнотик, еще один с фламинго, Hello Summer. Вырасти дерево, лаванда, многолетник. Ух ты, прикольно! Набор для выращивания озеленим планету. Смотрите, вот такая вот коробочка, в которой... Видимо, семена, и их нужно посадить. Круто, ребята, поддерживаю проект «Маска для сна». А, блин, чего такого, у меня сламинго нет, но маски для сна еще не было в мою коллекцию. Буду в ней спать. Целый набор вот такие ручки. И еще две ручки, карандаш и ручечка «Юникорн» с единорогом. Я, между прочим, обожаю единорогов. Вкусняшки для собачек. Вот такая вот игрушка зайчик. А в этом пакетике вот такая вот прикольная игрушка. Но это очень для крупных собачек, не для моих. Но мы знаем, она нам пригодится. 7 вкусняшечек всяких для собачек от Вики и Даши. Привет вам, спасибо. Мы мэджики, мы сила. Я пробиваю усталость, иду вперед. У нас еще 3 полных коробки подарков и еще пакетики позади меня. А мы с вами откроем коробочку Наттаровой Лизы. Брелочек такой вот на сумочку. А, что это? Ластик-банан. Такой прикольный, и он еще и улыбается. Вот такой вот банан. Пластик, у него вот эти штучки. А, он еще и вытаскивается оттуда из кожурки, серьезно? В этой коробочке есть еще подарок от Маши Одинцовой. Видимо, они подружки, это нужно будет в письме прочитать. Ластичек зеленый, ручка и вот такой вот беленький браслетик с совой. И вот такой вот значок. I don't care. Когда я увидела этот значок, я вдруг вспомнила про Magic Merch. Если вы не в курсе, мы в этом году выпускали мерч. Я его сейчас не в нем, потому что он у меня весь в стирке, я постоянно езжу на дом в нем. Это всякие футболки, значки, кружки, теплые свитшотики, толстовочки на зиму, лежанки, кстати, которые вот здесь у меня лежат. В общем, очень много всего с логотипами Magic Family, с рисуночками моих животных. И этот Magic Merch весь разошелся. И я в Инстаграме и в своем, и в Инстаграме питомцев еще напишу об этом, что осталось совсем-совсем чуть-чуть, и больше мы этого делать не будем. То есть на сайте MyPets уже осталось ограниченное количество. Так что к Новому году можете забрать оставшееся, схватить, успеть, потому что потом больше этого нигде никогда не будет. Ссылку я, если что, в описании оставлю. И теперь у меня просто на фоне огромная куча пакетов с подарками. Вот этот вот я заприметила, потому что я увидела в нем сумочку. Посмотрите, какая сумочка, мороженка с цепочкой. У меня есть похожая, я заказывала на Алиэкспрессе сумочку кактус от Ярмош Арины. Арина, спасибо большое. Здесь еще от нее был вот такой вот щенок Гарри. Будем читать. Вот такие вот ушки. Надо будет сделать себе костюм на Новый год в стиле Magic Family розовый. И вот такая вот собачка Чихуахуа. Коробка полностью заклеенная моими фотками с вот таким вот огромным розовым бантом. Я хочу открыть ее. А еще что-то странное. Это пластиковый вот такой контейнер. Он достаточно тяжелый.
хочу узнать, что же там. Но до этого, ребят, помните, я была в Берлине, кто смотрит мой канал Animagic, где мне подарили на YouTube мероприятие такие открыточки Magic Family и конвертики специальные, а еще YouTube-печать вот такую прикольную промакиваешь и вот сюда вот в центр ставится, чтобы получалась вот такая открыточка с печатью Magic Family и YouTube. Мне в Берлине подарили всего 5 таких открыток, и для меня это нечто уникальное. То есть, понятное дело, что можно и самому это напечатать, но по мне это какой-то исторический факт. Поэтому я лично своими руками эти открытки, как и обещала, подпишу, сделаю здесь автограф и отправлю 5 людям, потому что их всего 5 у меня пока что, но потом я планирую ВКонтакте делать постоянно такую акцию, отправлять открытки Magic. Но уже не эти, а другие, но об этом в другой раз я расскажу. А на эти 5 я сделаю небольшой такой Magic конкурс. Конечно же, нужно быть подписчиком одного из каналов Magic Pets, Magic Family или моего AnyMagic, и быть подписчиком Инстаграма питомцев или моего Инстаграма. И у себя в соцсетях, ВКонтакте или в Инстаграме написать рассказ, пост, список, неважно, это вот на ваше усмотрение, любое творчество, на тему «Что для меня счастье?». Давайте поставим хэштег «Magic конкурс», чтобы я могла найти ваш рассказ, ваше небольшое такое сочинение. И потом я выберу просто 5 человек, которым отправлю вот эти вот 5 открыток со своим автографом. Сначала закончим нашу распаковку, вы еще потом посмотрите ролики на других каналах, потому что я предлагаю 2 недели отвести на это дело, и 2 недели я буду читать ваши рассказы. Так, а теперь вот такой вот бант розовый. Даня, кто знает, тот поймет, да? Даню сейчас разрежу. Вот такой вот брелок сквиши бургер. Блин, что-то меня сегодня прям прет на сквиши, вообще капец, да, Софиш? Пакет с фоткой Юмичу. А, так круто придумали оформить подарок для Юмичу. Да, тут вкусняшка и мячик для Юми. Мармелад в виде пиццы. Все, завалили Аньку мармеладом. Такой вот, такой же прикольный ластик кактус. Антистрессик. Закрытый, не буду показывать на канал Magic Pets. Пакетик с фоткой Мишани, значит, я думаю, это подарок для Мишки. Тут лакомство и тоже мячик. Пакет под названием Magic Family, просто с нашим логотипом. Это, видимо, всем, всем вкусняшки и игрушки. Тут разные вкусняшки для кисы Алисы. И вот такой вот мячичек для нее. Вот такой мешочек со мной. Целая гора конфет. Спасибо тебе, Настя. Коробочка, кстати, мне пригодится в Magic House. Хранить в ней что-нибудь. Спасибо. Привет, Аня. Я Лера из Санкт-Петербурга. Ух ты, такая прикольная, классная тетрадка. Смотрите, я же вам забыла показать. Так под впечатлением было. Лакомство для песиков. Вот такая вот массажечка. Массаж собачкам делать, расчесывать их дома, пупсик. Указочка для киски Алиски. Шоколадка для меня. Гиалуроновая кислота, экстракт алоэ, японская походу тоник, ультраувлажняющий для всех типов кожи. Смотрите, какое оформление очень прикольное, с таким котей. Гигантский, достаточно тяжелый пакетик. Красивый очень, в цветочек. Написано от Полины и Ксюши. Раз, два, три упаковки чая. Удивительные животные. Мини-раскраска антистресс для творчества и вдохновения. Смотрите, какие классные! Вот эти цвета я просто обожаю. Розовый такой ретро, зеленоватый. Люблю вот эту всю тему фламинго, кактусы, единороги. Такое вот все няшное, котики. Еще один брелочек фламинго такой вот, который сегодня уже мне дарили. У меня большая мечта, это дом. Я строю его много-много лет. И я привыкла уже, что ли, ничего себе особо не покупать, как-то не позволять. И вы меня балуете. То есть у меня же не было как бы семьи родителей, пап, мамы, которые там дарили все это. И тут появились вы, которые дарите мне все, радуете меня, исполняете мои мечты маленькие и большие. И, блин, ну это так приятно, так круто, что кто-то вот думает так о тебе и хочет тебе сделать приятно и подарить что-то. Мне это все, правда, очень дорого. Спасибо вам большое. Что-то я это... Да, Софиш. Софишка пришла меня поддержать. Не плачь, говорит, не плачь, мама. Вот. Ручка фламинго.
Хочу в Питер магнитик, вкусняшки для песиков, мармеладочки для меня, еще для меня мармеладочки. Да, Юмичу, вкусняшка. Значок панда, смотрите, какой прикольный. Вот такой вот с медвежонками пакетик. А, в нем? Ух ты, блин, ух ты. Чего это, ребята? Что это такое большое? Это, о, часы настенные. А, смотрите, с кем? Часы с единорогом. Игрушка как теточка для киски Алиски, такая прикольная. Мячик для песиков и вкусняшка от Саламатовой Софии, город Колпино. Тезка моей собачки Софии, спасибо. От Марии Романюк. Во-первых, мешок корма для приюта кошечкам. Обязательно передам, спасибо гигантское. Вот такая вот очень классная, стильная собака-игрушка. Курица в коллекцию Юмичу. Софиш, ну это же Юмичу любит курочек. Ну ладно, на, держи. Игрушка для Миши в виде черного колесика от машины. Набор игрушек для кисы Алисы. Вот такой вот мячик для Эйвона. Мячики! Мячики! Софиш, ну ты у всех все хочешь взять. Ручка фламинго для меня. Вот такая вот прикольная розовая. Спасибо. Возможно, на сам монтаж, в сам монтаж не попадут прям все-все-все подарки. Поэтому я прошу вас не расстраиваться, потому что знайте, что я их видела. Я всем вам по-любому благодарна за каждый подарок. Даже если он, к сожалению, мог не попасть в ролик. Меня зовут Алина. Такой пингвин. Пищалка для собак. И вот такой вот мячик. Ой. Брелочек фламинго мягонький. Hello Kitty в коллекцию кисы Алисы и мою с Hello Kitty. Вкусняшки для Алиски. Вот так вот выглядят таблеточки такие вот, чтобы желания исполнялись. Так что мечтайте, не забывайте мечтать. Вот такой блокнотик. Ух ты! Офигеть! Да ладно, серьезно? Это вода, ребят, вода. Она там с блесками, ты нажимаешь. Короче, это очередной вариант антистресс-обложек. Посмотрите, там водичка с блесками. Спасибо, Алина, привет. И это мои подписчицы София и Ксюша. Неоновый гель. Пишите, как вы это обычно делаете. Вы у меня умники современные в комментарии. Что такое неоновый гель? Бургер. YouTube, вот такие вот всякие мини-прикольные штучки, наклеечки разные, кошечки и собачки, самые-самые разные, вот такая ручка-кошечка и вкусняшка, вот такая вот сосунок. Мы едем дальше, смотрите, черный вот такой вот кожаный клатчик, игрушечка для киски Алиски очередная. Еще одна указка. Мячик вот такой вот для песиков. Собачка Снупи. Очень прикольный, весь в стразах. Вот такая вот кружка прикольная. И это подарок был от Сергеевой Марии. Спасибо тебе. Вот в таком ярком красном пакетике. Я не могу просто поверить своим глазам. Это невероятно. Ну надо так, ребят. Ладно, я шучу. Это не настоящие 5000 рублей, это магнитик такой, чтобы, видимо, у меня деньги всегда были. Спасибо, Лейла, тебе большое. Еще один брелок фламинго. Вот такой с пушистым шариком и стразами. Ежедневничек миниатюрный с фламингами, вот такой вот классный. Зовут девочку Ульяна. Спасибо тебе, Ульяна, большое. Вот такой вот еще рисуночек здесь, Magic House, видимо. От Маши Малашенко. Покемон! Кстати, в этой распаковке, по-моему, это первый покемон. Обычно их прям в какой-то период дарили очень много. У меня целая полка с покемонами, а сейчас вот оказался только один пока что. От Даши Воробьевой. Кроме вот такой вот птички-ручки. И вот такой вот классной ручки в виде розовой кошачьей черной лапки. Новый покемон. У него горят щечки красным. Офигеть, ребята! Капец, в абсолютно безымянном пакете была куча разных одежек для моих собак. Вот такая вот джинсовые штанишки с футболкой для Эйвона, например. Платьице для Миши, к примеру. Платьице для кого-нибудь. Еще одно платьице, вот такой вот цветочек. И еще одно платьице вот с таким вот черепом, очень прикольное. Куча няшных подарков, которые, к сожалению, потеряли своих владельцев. Вот такая раскраска, привлекающая счастье. Вот такой вот очень классный блокнот с фламинго, с
с птичкой, как она называется, не помню. Вот такой вот с единорогом, поверь, в сказку блокнот. Вот такая вот игрушка, вот такой прикольный шар мне уже такой дарили для кисы Алисы. Она его замучила, сейчас новый у нее будет. Сквиши, единорог, очень классный. Няшные какие-то наклеечки прикольные. Вот такая игрушка. Утка или курочка, в общем, гусь какой-то. Тени ярких цветов. 4 разных ручки с единорогом и фламинго. Спасибо еще раз вам за все это. За то счастье, которое вы мне дарите, за исполнение моих мечт. Переходите по ссылкам на новые видео на других каналах. Ставьте лайк, голосуйте вопросики, пишите свои комментарии. Подписывайтесь на наши инстаграмы и на наш канал. И увидимся скоро в новых роликах. Все, потопали!